Всем привет! Не так давно я снимал для вас видеоурок о том, как установить пароль на флешку при помощи стандартной функции Windows 10 BitLocker. В этом же видео я покажу вам, как этот пароль убрать. Давайте сразу приступим. Переходим в этот компьютер. Далее находим флешку, на которую вы устанавливали пароль. Нажимаем на нее правой клавишей мыши. После чего нажимаете на кнопку управления BitLocker. Далее вам необходимо нажать на кнопку «Отключить BitLocker». Далее «Отключить BitLocker». Ждем, пока произойдет расшифровка диска. После завершения расшифровки пароль с вашей флешки будет успешно удален. Также напоминаю о нашей бесплатной электронной книге, ссылку на которую вы сможете найти ниже данного видеоурока. Книга позволит вам оптимизировать свой компьютер, сделать его в разы быстрее, и после каждой его перезагрузки он у вас будет возвращаться в идеальное состояние. Также не забывайте подписываться на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получать от нас уведомления о новых видеоуроках. Всего хорошего!